Но я видел, он ушел с чувством исполненного долга, выполнил свою миссию, ушел обласканный многочисленным своим семейством. Конец отец многочисленного семейства, наподобие его отца, Кудурахматуна Михаила Толмаса. Я сколько себя помню, столько я помню Толмасова. Я практически вырос в этом доме. Мы жили по соседству Эма Катима Яксин Фондаги. 10 лет Эма, Браудари Хамин Кадир Катима Дазвур Ягбакта Фондаги. В одном классе. Я помню, Канель еще был маленьким, в школу ходил. Их было 3 друзей. Яхтеш Канель Толмасов, Яхтеш Нисон Нуроханов Бачхолима, Псари Мурин Хозы. Яхтеш Эди Габаев, Озарашах. Они вот 3 друга учились в одном классе. Когда им было трудновато решать какие-нибудь математические задачи, они ко мне приходили. Об этом, выступая на моем юбилейном вечере, много сказал Эдик Абаев, рахматуна Эдика. Вот с тех пор я еще мальчишкой знаю Канеля. Канель, вот недавно по интернету много Талмасовых посмотрел, по рекомендации мамы пошел учиться врачебное училище Душанбе, а Абабурхо видела в нем потенциал, что Канель способен учиться. Из Канеля получится врач. Канель, прежде чем пойти учиться в зубоврачебное училище Душанбе, он сначала стал хорошим техником. Техником учился он у Михаила Ягудаева. Стал хорошим техником, потом пошел, закончил зубоврачебное училище, и он стал протезистом и зубным врачом в одном лице, что это очень редко бывает. Это не часто бывает. Бывает, что отдельно техник и отдельно зубной врач, а он был в одном лице, он хорошо зарабатывал. Мы видим, каким отцом, каким дедом. Он видел многочисленных внуков, правнуков, женил всех своих детей, бармицва, батмицва всех своих внуков и внучек. Такие люди, как он, которые не видели несчастья в жизни, семья хорошая. Оле мегунки, инхель одамо, ундулево бодлиджам хомилом. Он оставил после себя хорошее наследие. Инхо, аз аулодуни одам гаринохо. Оле бени манай бачеша Юра, Соломон Божьи Илои. Ты как бы хорошую эстафету получил от своих дедов, от своего отца, что организовал вот такой вечер 11 месяцев твоего отца. Ты большое дело сделал. Твой отец заслужил этого. И оставил после себя вот такое наследие в твоем лице, в лице твоего брата и сестер. И он на самом деле будет лежать со спокойной душой там. И покуда вы ходите по земле, вы есть, его имя не сотрется с наших сердец, с ваших сердец. И Лёйн Боже том, что Саад Саламат, Хотрей Падардон, Хиджват Мудлашава, Худорахмат Куна, Джошка Ледин Боже, Салам Боже.